Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Всем привет, народ! На связи Митрошник Иванович. В этом видео мы обкатаем обновленную Московско-Петроградскую линию в Minecraft Bedrock Edition. В прошлом видео про МПЛ мы обкатали участок от Технологического института до Парка Победы. А сегодня мы уже поедем от Парка Победы и до Петроградской. Ну а перед началом подпишись и поставь лайк. Ну что ж, поехали! Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Электросила. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Электросила. Следующая станция – Московские ворота. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Московские ворота.
Московские ворота. Следующая станция Фрунзенская. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Фрунзенская. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Фрунзенская. Следующая станция – Технологический институт. Переход к поездам первой линии. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – Технологический институт. Переход к поездам первой линии. Технологический институт. Переход к поездам первой линии. Следующая станция – Сенная площадь. Переход на станцию Спасская к поездам четвертой линии и станцию Садовая к поездам пятой линии. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – Сенная площадь. Переход на станцию Спасская к поездам четвертой линии и станцию Садовая к поездам пятой линии.
Сенная площадь. Следующая станция Невский проспект. Переход на станцию Гостиный двор к поездам третьей линии. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Невский проспект. Переход на станцию Гостиный двор к поездам третьей линии. Невский проспект. Следующая станция Горьковская. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Горьковская. Уважаемые пассажиры, уступайте места беременным женщинам, пожилым людям и пассажирам с детьми.
Горьковская. Следующая станция Петроградская. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Петроградская. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны, следите за сохранностью своих вещей и документов, не оставляйте их без присмотра. Поезд прибыл на конечную станцию Петроградская. Здесь мы и завершим поездку. К сожалению, в оборотный тупик не заедем, так как у меня там состав сошел с рельс. Что могу сказать по итогу? Карта мне понравилась, но багов на чересчур много. Где-то отсутствует табличка обозначения скорости. На Петроградской не работает ТП на спавн. И где-то на Невско-Василеостровской линии не работают двери. Конкретно где уже не помню, но точно где-то не работают. И это только часть багов.
Но автора тоже можно понять, так как он работает в одиночку. Думаю, на этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.